Меня вызвали просто на допрос, как очередной раз. Это было городское отделение службы национальной безопасности в Ташкенте. И зашли около десятка человек, потом еще добавились и начали издеваться. Почему ты их защищаешь? Мы их всех уничтожим, если нужно. И начали избивать и издеваться. Весь был, короче, я в синяках после этого. Но меня отпустили, потому что никакой вины за мной не было. Поэтому на следующий день меня отпустили. Ну, вы уезжаете из страны, но арестовывают вашего брата. И он сидит уже 6 лет, несмотря на то, что инвалид с детства. Несколько раз операции на сетчатке глаз. И в России узбекская правоохранительные органы продолжили преследование. Я отсидел там 6 месяцев в СИЗО и месяц в депортационном центре. То есть реальная угроза была пыток и смерти, если, в случае, если меня депортируют в Узбекистан. Было много случаев таких, похищений в России. Человек уходит от пыток, после пыток, но все равно руки государства как бы его достают. И были случаи, когда были ребята депортированы, экстрадированы. И были смертельные даже случаи, когда беженцы возвращались в Узбекистан. Человек, когда уезжает из Узбекистана в Россию, он уезжает в поисках спасения от правительства Узбекистана? Да, конечно. Это единственная безвизовая страна. Пока вы оформляете визу, время проходит, и вы должны каким-то образом покинуть территорию Узбекистана немедленно. И тогда вам кажется, что Россия тоже безопасная страна, и вы уезжаете и просите там убежище. Но если вы активны и участвуете в жизни гражданского общества, критикуете, например, как я на Радио Свобода, то вряд ли вам дадут спокойно жить и попытаются любым способом вас отправить назад.